Израильская компания Elbit Systems представила радиочастотную ловушку, которая обеспечивает защиту самолета от ракет. Она называется «Неноуспир». «Неноуспир» — это усовершенствованная одноразовая радиочастотная ловушка, которая использует существующую систему распределения самолета и после запуска действует независимо, чтобы отвлечь вражеские ракеты с радиолокационным наведением. Дополняя существующую систему РЭП самолета и работая совместно с ней или автономно при отсутствии системы РЭП. Эта сверхумная радиочастотная ловушка весом менее 800 граммов повышает самооборону платформы и выживаемость экипажа для достижения успеха миссии. «Неноуспир» оснащена усовершенствованным цифровым приемником DRFM и сложным генератором техники РЭП. Эта передовая технология позволяет ей справляться с самыми передовыми радиолокационными угрозами. «Неноуспир» запускается через стандартную систему распределения контрмер CMDS и обеспечивает эффективную защиту от радиочастот для устаревших и новых платформ. Система активной защиты способна противостоять ракетам класса «Земля-воздух» и «Воздух-воздух» с радиолокационным наведением. По данным производителя, «Неноуспир» может работать как совместно с системой радиоэлектронной борьбы, так и в автономном режиме. Вес ловушки составляет менее 800 грамм. Elbit Systems утверждает, что «Неноуспир» повышает выживаемость самолета и безопасность экипажа во время миссии. Система оснащена цифровым передатчиком и генератором радиопомех. Серия ловушек «Спир» включает несколько моделей. Помимо «Неноуспир», в нее входят «Майкроуспир» для малых платформ, «Лайтспир» для самолетов среднего размера и «Адвенст Спир» для транспортного самолета Embraer C-390.